Привет! В этом видео я вам расскажу, как я готовлю кабачковый торт. Кабачки я помыла, очистила от шкурки и натерла на крупной терке. Затем кабачки я отжала, добавила натертый сыр, яйца, муку, соль, перец и тщательно перемешала. Затем из этого теста на хорошо разогретой сковороде я пожарила блины. Жарим с двух сторон. Пока жарятся блины, можно сделать соус. Соединяем вместе сметану, чеснок, зелень. Из зелени я выбрала укроп и петрушку. Помидоры нарезаем на тонкие колечки. Когда блины пожарились, смазываем их соусом и сверху выкладываем помидоры. Так повторяем каждый слой. Когда торт собран, убираем его в холодильник примерно на 1 час. Так он у вас лучше пропитается. Приятного аппетита!